множества городов Республики Беларусь, в 2010 году именно Полоцк был удостоен почетного звания первой культурной столицы страны. Город неоднократно становился местом проведения значимых республиканских мероприятий. Трех дней белорусской письменности, республиканского фестиваля тружеников села Дожинки, республиканского экологического форума. В 2022 году наш город не только отметил свой 1160-летний юбилей, но и стал центром масштабных республиканских мероприятий.